То, что мы человека все-таки мотивируем и прочее, мы понимаем, мы оценим эффективность человека. То есть без KPI мы не можем оценить, полноценно оценить эффективность каждого сотрудника, потому что только деньги в кассе, это, ну, то есть может он везунчик, может ему прет просто, раз он там позвонил, два звонка сделал, а там, у него там денег больше всех. Ну, здесь но при другая этом, проблема, как да. KPI ставятся, уж сейчас заходишь в компанию. Я сейчас не про формирование, я про конечный, про цели, про результат формирования KPI, то есть это оценка эффективности каждого сотрудника. И отдела, да, и руководителя этого отдела. И компанию в целом, да. Прошу прощения, я неправильно употребила термин KPI, давайте его расшифруем, тем, кому понятно. Это... Ключевые показатели эффективности. Такой уже адаптированный перевод русский. То есть смысл в том, чтобы каждому сотруднику давались некие количественные критерии, и по результату их выполнения делался вывод. Количественные это могут быть качественные сложнее.